Петербурге. Что посоветуете? Да? Я вам в Москве не могу посоветовать. У нас вообще большая проблема с этим, потому что это слишком какая-то потоковая история. И я бы с удовольствием прорекламировала кого-нибудь, кого можно было бы прорекламировать, но... Ну, вы это переводите на личности, девочка. Поэтому некий существует персонаж по имени Тима Климова. Вот, и что я думаю о нем? Я не люблю людей, которые из ВКонтакта. Потому что сайт ВКонтакте.ру – это сайт, которому надо доверять в последнюю очередь. Потому что там тусуются только люди, которым нечего делать. Ну, не в плане переписываются между собой, а в плане, которые развивают свою карьеру там. Это, ну, вы должны понимать. Но не переводите на личности, пожалуйста, я не против никого, но просто у меня есть определенные очень жесткие требования. Я вам, если заметили, в начале мастер-класса сказала, что у меня в принципе разочарование как бы гигантское, потому что все доделывает фотошоп для современных мастеров, и это ужасно, потому что я еще застала тот период, когда можно было фотографию вообще не фотошопить. Ну, то есть, это когда Наталья Орехова бегала с камерой и говорила, блин, посмотрите, это вообще не надо фотошопить. И вот это, ну, как бы, когда ты стараешься, когда ты горишь своей работой. Вот, а, ну, как бы, то, когда ты что-то там красишь, когда тебя, извините, пожалуйста, доделывает все потом постпродакшн, это неправильно. Это не уважение к себе, в первую очередь, наверное. Здесь еще вот. Вопрос.